Жил-был правитель, очень был продвинутый такой правитель, о науке думал, на звезды смотрел. И вот однажды, из дальних странствий возвратясь, он привез своему народу в подарок иноземную игрушку – солнечные часы. Установили эти солнечные часы в парке, каждый мог прийти посмотреть на эти часы. Они тень отмечала время, и люди с тех пор научились работать по времени, отчитывать часы. И что произошло? Люди стали ценить время, стали не опаздывать, стали знать, когда надо начинать работать, когда надо заканчивать работать. И благосостояние народа усилилось, умножилось. И тогда люди стали богатыми, радостными и благодарили своего падишаха, там, шаха, правителя. Прошло несколько лет, правитель постарел и умер от старости. Люди так любили своего шаха, что они решили сделать ему памятник. И какой памятник? Они решили над этими солнечными часами построить золотой купол, чтобы, так сказать, это главная вещь, которая характеризует их падишаха, и чтобы они всегда приходили к этому куполу и молились. Хорошо. Они сделали. И что произошло? Купол заслонил собой солнце, и часы перестали показывать часы. Тень перестала, одна сплошная тень. Люди перестали узнавать время, перестали быть точными, работать так, как надо, с определенного часа по-другому, по определенный час, и стали беднеть, и государство развалилось. Вот такая притча. Поэтому какая здесь мораль? Подумайте сами. Купола не нужны, когда есть наука.